Видео подготовлено сайтом onlinedz.net. Тест номер 6, вопрос номер 12. В магазин завезли яблоки и груши, причем груши составляли 35% завезенных фруктов. Яблок было на 126 килограммов больше, чем груш. Сколько килограммов яблок и груш завезли в магазин? Итак, по условию сказано, что груш было 35% от всех фруктов. Значит, все фрукты – это 100%. Тогда вот первое, если мы из 100% вычтем 35%, ну, во-первых, сделаем это устно, получим 65%. Вот 65% – это сколько было яблок или процент яблок от всех завезенных фруктов. Значит, яблок было 65%. Груш было 35%, тогда давайте узнаем, насколько яблок было больше в процентах. 65% минус 35%, тоже можем вычислить устно, это будет 30%. Значит, на 30% яблок больше, чем груш. Это мы узнали в процентах. Больше груш. А в условии сказано, что яблок было на 126 килограммов больше. Значит, 126 килограммов и есть те 30%, на которые яблок больше, чем груш, а 30% – это от всего количества фруктов. А нам и нужно определить, сколько килограмм яблок и груш всего завезли в магазин. Если 126 килограммов – это 30%, то если мы 126 разделим на 30, то мы узнаем, сколько составляет 1%. Давайте разделим 126 на 30. Так, ну 12 на 30. Сразу 126 делим на 30. Берем по 4. 4 на 30 – это 120. Остаток 6. Так, сносим 0, но поскольку у нас запятая в данном случае стоит после шестерки, значит, мы уже 0 берем после запятой, тогда мы должны поставить запятую в частном и продолжать дальше деление. Теперь берем по 4, берем по 2. По 2, 2 на 30 – это как раз 60, 60 минус 60 – 0, деление окончено. 4,2 килограмма – это мы нашли 1% от всего количества яблок и груш. А для того, чтобы узнать, сколько это 100%, значит, 4,2 мы должны умножить на 100. Для этого мы сдвинем запятую на две цифры вправо, получим 420 килограммов. И это было всего фруктов. Всего фруктов. Ну, то есть яблок и груш. А нам и требуется определить, сколько килограммов яблок и груш завезли в магазин. В магазин завезли 420 килограммов, а это соответствует ответу в варианте В. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.